Доброе утро. Мы уже пошли гулять, и у меня сегодня прям вот я сразу сходу, у меня сегодня нехорошее известие. Стоит тунис, он вздутый. Все дни я замечала, что, ну, самое главное, это прям не резко, не сегодня. Вчера, наверное, у него мы вышли гулять, а у него большой живот. Но он так бодро с нами бегал и опять же ел, и я не замечала. Ну, никаких отклонений. Думаю, большой живот и большой живот. Не знаю, ну, едят они хорошо. Они, в конце концов, не дойные. А сегодня мы опять сейчас выходим с утра, а у него огромный живот. Сейчас я покажу с той стороны. Видите, прям видно, он вздутый. Вот. Значит, мы уже полчасика погуляли. Но нужно бежать домой, потому что время всякое, оно драгоценное. В таких ситуациях, мне даже кажется, он не испражняется. Пописать-то он пописал, я видела, а вот видите, прям пошла вот эта волна. Воздух опять сейчас у него. Конечно, жалко. Гость, только вышли. Но нужно бежать домой. А самое главное, знаете что? Ну, единственное, что у меня сейчас есть дома кальфатон, у меня есть глюкоза. Соды сейчас наведу ему с водой. С водой и с сахаром, чтобы он пропоносился, потому что он не испражняется. И чтобы вышло это. И мужа моего дома нет. Он бы сгонял, конечно, в ветаптеку. И он и не в городе, он совершенно в другом городе. И он работает, он никак вообще не может что-то мне привезти. Сейчас что найду ей дома... Был бы тиамин. Я всегда думаю, когда он у меня кончается, думаю, надо обязательно его купить. Обязательно его купить, чтобы он был вообще дома. Но мне кажется, я его проколола последний, и все, у меня нет. Ну ладно, пока есть кальфатон, сейчас введу ему кальфатон. И действия такие, козам тогда сейчас прибежим, положу сено. Потому что что-то нужно с ним, вот с этим предпринимать. Мы идем домой. Хоть мы только и вышли. Тунис, 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 тунис! Пошли! Потому что он уже, видите, грустит. Все. Мы вышли, он бежал, как все, бодрячком, но время... Вот я говорю, здесь прям драгоценные часы, минуты. Видите, он прям хорошо все идет. Но это пока. Пока. Здесь уже просто идет отсчет. Все, обратный отсчет. Или ему станет лучше, сейчас я буду понимать действия как-то. Ну что, ему рассола никакого у меня нет. Хорошо бы ему сейчас поливать рассолу. Но рассола нет. Я говорю, ну никак, все. Послала бы мужа, чтобы он закупился. Ветаптеки, слава богу, у нас есть. Но, как всегда, как что-то случается, такая ситуация, что ты сидишь один здесь. Ой. О, видите, он даже пока бежит, бежит, хрюкает. Я ему помну, помну, у него этот воздух выходит. Нужно делать... Массаж постоянный. Я его сейчас даже в сарай оттащу. Вот, потому что слышно, у него воздух отходит. Нужно гонять, нужно ходить. И видите, вот что, от чего? Кормушки я их сейчас не кормлю, мы гуляем. С козами все в порядке. На что-то так среагировал, что-то съел. Да, уже, конечно, отстает. Но пока ходит, и тут надо срочно предпринимать. Кто с этим не сталкивался, тут нельзя ждать, может оно пройдет. Вот это уже само не пройдет. Все. Я говорю, здесь уже пошел отсчет просто у нас с тунисом. Жалко. Жалко будет потерять козла. Видите? Там воздух. Вот, гляньте, завихи ноги. Как синие какие-то. Это в речке стояла. Там за деревьями. Ой, что за юг шла, сейчас тяжело дышала. Ты чего? Ага, и опять побежал. Чтобы в бочку залезть, да? Девчонки, сейчас положу сено, давайте. Давайте. Пошел туда, в укрытие. С
сарай, я его заберу. Мне будет удобней. Если раньше не было ничего заметно, ни в его поведении. Вот, сейчас видите, пока еще ходит, пока стоит, нужно срочно действовать. Блин, ерунда в том, что он дикий. Сначала надо... Все, не бойся. Нет, пойдем в сарай. Не бойся, мухоружек, красавчик. Пойдем. Да. Сейчас. У нас там Миша уже болячая. В этом, в изоляторе. Ну, Миша у нас старенькая коза. Ой, мне показалось, он немножко подсдулся даже. И смотри, с интересом Миша. Миша старенькая коза. Она летом тяжело дышала. И вот сейчас ей трудно в горку подниматься. Она до сарая доходит. И стоит. Мы все убегаем на выгул. Она стоит возле сарая. Поэтому я ее... Не знаю, вопрос решается. Думаю, может, какая сердечная недостаточность. Ну, она уже в возрасте. Можно пролечить, потратить деньги. Но, понимаете, это сельхозживотное... Ну, старая, понимаете, просто продлевать ее дни ни к чему. Вот, не знаю, очень жалко. Так она бодрая. Пошла домой, сейчас хоть уколю глюкозу, кальфатон. Вот, я говорю, это такая ситуация здесь. Вот, тут как Бог даст. Потому что иногда это развивается так стремительно, прям на глазах. Была нормальная коза, прям все. И ты смотришь, она уже завалилась, и уже ты ей кали-не-кали вообще. И много чего колешь, много чего предпринимаешь, когда есть лекарства. Вот, но все уже, ничего. И ветеринаров вызывали, которые приедут, посмотрят и уезжают. Короче, все, переодеваюсь. Чего полегче, потому что я уже... Вот, сейчас нужно дать сено и лекарства возьму, посмотрю, что есть. Завела. У меня есть, слава богу, еще давным-давно я обращалась. Но у меня на всякий случай есть рекомендация Альфиры, потому что иногда я к ней обращаюсь. Она никогда не отказывает. Я 100 раз говорила. Ну, просто уважаю ее как человека, как ветеринара. Прям вот это вообще безоговорочно. Соглашаюсь со всем, потому что она человек очень грамотный. Вот, что нужно в таких случаях. Я когда-то обращалась, сколько-то лет назад у меня козы. Вздутие было у нескольких коз. Тилозин обязательно, тилозин 200. Там написано дозировки. Во-первых, нужно вызвать понос, как я уже сказала. Почему я обратила на это внимание, что он не испражняется. С поносом выйдет вот этот воздух. Нужно, чтобы все, что есть в желудке, ну, естественно, нужно, чтобы это вышло. Сода. На литр столовая ложка соды и 3 столовые ложки... Кто он? Сахар. Вот намешала здесь 2 литра. Нужен B1, B12. У меня этого, естественно, нет. Вы представляете? Ничего нет. Вот бывает, как приспичит, все, и ничего нет. Да, Миш, ну тебе-то, как, конечно, сладкую водичку. Но тебе-то это не нужно. К зерну лезем. А, ну куда ж мы к зерну-то лезем, а? Это я про Туниса. Давай. Да. Ты не будешь? Давай пей. Ну, тогда буду бутылкой. Я на этот случай взяла бутылку. Потому что вот это нужно споить. Должны они такую водичку сладенькую любят. Миш, ты-то уйди, тебе зачем? Давай. Они бы выпили сладкую, но... Сода. Сода все-таки дает вкус. И сода здесь такое нормальное количество. Давай. Я буду вливать Тунис. Что, уже все, поздно разговору разговаривать. Сейчас буду вливать, сейчас перелью в бутылку. И как назло, то бутылок куча дома, да? Выбрасываешь. Нет ни одной бутылки. Хорошо у детей вот эти маленькие бутылочки, которые они берут там с собой на тренировке. Вот. Вот говорю, как вот так вот случится какое-то несчастье. И вообще, как всегда, ну... Прям когда... Давай сюда. Обычно сода есть у меня много. Сода всегда есть дома, потому что я что-то чищу, кастрюли, там сырные всякие, ведро для молока, соды. Она вообще есть у нас дома. Если она кончается, муж прям привозит опять по несколько пачек. Но нет такого, чтобы у нас не было соды. О, слышите?
воздуху. Вот. Там соды на донышке, ну вы представляете? Я говорю, вот как... Ладно, пошла вливать ему. Вливать, знаете, подходишь, морду ему поднимаешь, и прям вот так принудительно, поскольку с спринцовки, я не знаю, когда-то покупала я тогда именно козам большую спринцовку, сейчас не могу ничего найти. Бутылку залила. Пока сделаю кальфатон. Единственное, что есть, кальфатон. Кальфатонный мультивит. А самое интересное, что глюкозы даже нет, которая дома всегда стоит, вот вы понимаете. И в этот день муж на работе. А на работе так, что вообще, ну, не может. Он просто не может. Во-первых, вообще в другом городе. Ну, Мишу не могу тоже. У нас тут все зерном занято. Но она, в принципе, не мешает сильно. Тилозин есть дома, но просроченный. Вообще, тилозин нужен именно 200. Я говорю, ну надо же в такой момент. Здесь нужно было сразу 10 мл, но маленький шприц взяла. Вот. Нужен постоянный массаж. Рубца. То есть с левой стороны желудок. Вот так кулаком и вот такими движениями, потому что у него еще желудок работает. Чтобы не было остановки. Если остановка, то это все, хана. Вот, можно завести, если, опять же, не много времени потеряно, можно завести рубец. Хорошо, кальфатон есть. Миша, можно было подумать, что она его любит, да, но нет. Сладенький просто, да? Сейчас мужу позвоню, чтобы хоть вечером, когда будет ехать, заехал. Поехал, из того города, из другого города он будет ехать. Заехал, чтобы в наш город ветеринарную. Тилозин нужно. Позвонила мужу, муж поздно поедет. Хорошо, додумались. Он говорит, звони бабушке. Позвонила мамке, она сейчас сбегает, купит, что нужно. Тилозин. Блин, нужно было сказать. Ладно, сейчас еще глюкозу скажу. Вот видите, бывают какие случаи. Не тяните. Такие препараты, как вот элементарные просто глюкоза, боргликонат кальция. Если нет кальфатона, ну да, он дорого. Дорогой. Вот. Боргликонат кальция должен стоять. Глюкоза, боргликонат кальция. Тиамин. Это такие дешевые штуки, но которые просто поднимают козу там при многих диагнозах. Понимаете? Сначала вколоть вот это вот. Ей станет легче, она, может быть, и выздоровеет. Вот. А потом уже разбираться, что там, к чему. Потому что глюкозой, тиамином и, хорошо, В12 вреда не нанесешь. Взяла еще мультивит, но сейчас в такой ситуации витамины, как бы это не первая необходимость, понимаете? Потом уже, допустим, ему станет лучше, уже витаминками, конечно, поддержать. Сейчас могу вколоть, даже не знаю, наверное, не буду. Ну, потому что это сейчас не первая необходимость. Первая необходимость сейчас тиамину прям набухать ему. А тиамин он получит только вечером. Прям завтра поедем, и я куплю несколько пачек. У меня так всегда было. Ну вот видите, как что-то случается, делайте выводы, да? Делайте выводы. И всем говорю, кого знают, ну пускай у тебя вот эти вот препараты, пускай купи, и все равно наступит день, когда они пригодятся. Все равно будет такое. Зато если наступит случай, а этих препаратов нету, то... Ой, сейчас как он кашлял, как у меня все там хрипло, хрипело, и воздух этот идет, и он воздухом давится. Сейчас прошло. Но, кстати, он так и не испражнился. Сейчас буду заливать еще соду. А АСД-фракцию уже попозже выйду. Да, сейчас пойду наведу. Как раз время у него есть, чтобы... Если есть рассол, это замечательно. У меня нет рассола. Никакого. У нас просто соленья хранятся вообще в другом подвале в городе. Не здесь. Здесь негде хранить. Рассола льете. Есть еще вазелиновое масло в аптеке. Прям наводите и льете. Это, кстати, мне тоже давным-давно еще говорил ветеринар. Потому что главная цель, чтобы пропоносился. Чтобы вышло все вот это, понимаете? Пускай он потом станет тощий, такой прям страшный, бог с ним. Самое главное, он сдуется, и вот это все очистится у него. Лить. Ходите, лить. Куда кинула бутылку-то? Вообще-то козы, они водичку такую, они с удовольствием попьют. Но этот, видите, он меня боится, но он такой, он диковатый. Миша-то лезет, она бы сейчас выхлебала все. Но
Миша нам ни к чему, чтобы ее принесло. Хоть как-то сейчас приспособлюсь. Потому что больше никак я вам снять не могу. Давай. Давай. Нет, стой. Стой. Давай. Стой, 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 стой. Давай. Блин, дело в том, что это не маленький козлик или козочка. Ему еще надо рот разжать. Давай. Стой, 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 стой. Давай, давай, подожди. Прям стискивает вообще. Ай! Тунис. Хитрый уже совсем сжал. Давай, немного. Вот, немножко, 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 немножко. Давай. Все. Все, 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 все. И смотрите, берем за ошейник. Вот он, этот вздутый. Огромная шишка все-таки не прошло. Ногой я его там потерла голову. Вон, слышите? Барабан, просто надутый барабан. Блин, она прям уходит куда-то, потом опять приходит. Этот воздух-то, а? Вон. Слышите? Вообще, надут до предела надут. Тунис, ну надо. Ты прям на меня так озираешься, боишься, так и так боится всех. Надо. Но когда гуляли, помните, я его показала, уже ему серьезно становилось плохо. Как говорю каждый раз, по глазам. У животного вид очень подавленный. Он вот так вот, видели, он, ну, может быть, я не подробно показывала, когда мы были там на улице, сгорбливается весь такой, сутулится весь такой. Ну, видно, что он вообще уже еле стоит. И трясется. Он дрожал очень. Поэтому побежали домой. Я говорю, в таких случаях не ждите. Все, это уже такая ситуация, что оно не пройдет. Само оно не пройдет. Если животные не ходят, таскайте по двору, по сараю. Обязательно нужно, не чтоб лежал, поднимайте, тащите, делайте массаж, но чтобы ходило животное. Говорю, есть такие случаи даже, ну вот правда, как Бог даст, есть такие случаи, что вот прям уже был в тяжелом состоянии, а потом, ну вот, ожил. У меня так было с козой, сейчас расскажу как раз. Мы жили в городе, клевера поела, все ели, всем нормально, а это так. Мы пошли гулять, значит, вечером они поели скошенной травы свежей клевера, а она такая болезненная была, вот. И на следующий день мы пошли гулять, ну я вижу, что-то она какая-то подавленная, там вроде между домов ходили, гуляем, я смотрю, ей все хуже, останавливается, потом она уже ложится, встает, потом я смотрю, она просто леглась, и она уже все, просто не встает. Но тут я уже вижу, что потом я ее до дома-то не дотащу, все-таки взрослую козу, быстрее дотащила до дома, пока ей плохо не стало. Как я вам уже сказала, что делаем в первую очередь? Колем глюкозу, глюкозу и борглюконат кальция. И тут она встала, правда, ей все равно плохо, а я же вижу, у нее прямо на глазах вот это вздутие при мне было. Сначала ей было просто плохо, а потом вот это, и потом вот такой барабан. Я вам шлепала, стучала, такой, ну, такой звук, да, воздух там пустой. Барабан просто. Началось. У него начинает и отрыжка, и все там, все подряд у него. Сейчас опять ему надо, чтобы он прокашлялся. Ты потерпи до вечера. Бабушка уже побежала сразу в аптеку. Все. Теперь папу надо подождать, да, лекаря. Вот. И вызвали, естественно, врача. Врач пришел. Врач так. Ой, у нее повышенная температура.
Надо дать антибиотик. Я говорю, у нее не повышенная температура, а когда вздутие, когда уже прям сильно, все, что страшно, я уже сказала, идет остановка рубца. Я говорю, у нее не повышенная температура, а это элементарно, уши трогайте, уши холодные. Очень холодные становятся, уши, значит, все. Ну, в смысле, все, надо уже быстро действовать. Опять же, колем глюкозу с борглюконатом и вызываем ветеринара, если есть возможность такая, не у всех есть такая возможность. Он говорит, нужно антибиотиков вколоть. Ну, проблемы бывают с ветеринарами, проблемы. По собачкам, по кошечкам, они молодцы, да. Вот. И он мне прописал вот этот вазелин, поил масло вазелиновое. И говорит, рассол, вливайте. Вот. И я ходила, лила. Правда, у него потом открылся такой понос. Это уже другой вопрос, чтобы понос остановить. Это уже остановите. Вот. Тут нужно вызвать теперь этот понос. Я говорю, у нее наоборот пониженная температура. Он, да? Я говорю, ей было сейчас вообще плохо, она валялась. Вот, она сейчас подскочила. Ну, как она подскочила? Ну, я говорю, я вот уже сделал ей борглюконат и с глюкозой, и она встала. Естественно, от этого вздутия не прекратилось, но она встала. Понимаете, это, ну, очень такая хорошая помощь козе. Всегда, я говорю, имейте это. Все, и дальше уже, ну, правда, он тиамин не назначал. Все, потом она пропоносилась, дальше я не помню, что мы с ней делали. Ну, а дальше уже, наверное, понос лечили, и, короче, у нее вздутие, это прошло, вот. Это про то, как помогла глюкоза и борглюконат. Сейчас был бы тиаминчик, я вколола бы ему и пошла домой. Прям такую хорошую дозу. Ну ладно. Думаю. Думаю, до вечера он дотерпит. Стоит. Слышите? Сейчас еще подойду, помассажирую. Но все равно время только первого часа, а муж приедет, я не знаю, в 6-7. Это вообще огромное. Ну, это пропасть просто по времени и для болезни, для такой. Это нужно прямо сейчас уколоть. Ничего не прошло, и этот бок надут, и тот бок надут. Бабушка там покупает уже, все сейчас в аптеке все купила. Все, сейчас вам дам сено, сейчас. Вот, но до вечера еще очень много часов. Это прям вообще пропасть. Я сейчас еще намешаю ему этой водички и пойду домой, потому что стоять, смотреть на него, ну что толку, от меня ничего не зависит. Если до вечера он подождет. Очень много часов еще до вечера, очень. Вы представляете, сейчас навела еще водички, иду. Пока только соды, потом выйду, АСД волью. Представляете, какое чудо? Перетрясла уже все лекарства. Ну, тиамина нет, я знаю, что он у меня кончился. И тут мне, думаю, ну ведь иногда из пачек высыпается, выпадают ампулки, не замечаешь. Когда его много и не замечаешь. Представляете, стала ковыряться. Какое чудо, нашла две ампулки тиамина. Конечно, это очень мало, 2 миллилитра. Тут бы прям 5 сразу, я не знаю, может и больше ему. Ну хоть столько сейчас пойду введу. Тунис, ты там смотри мне, а? Дружочек. Ты должен дождаться там, понял? Папу. Ё.
когда начинает вот это вот все там бурлить. Нет, 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 это же не больно. Нет. Нет, нет, это же вообще не больно. Молодец. С двух сторон барабаны. Все, вот теперь опять водичку будем вливать, да? Он уже не дурак. Слышите? Там все внутри бушует. Он же не дурак. Если первую бутылочку я ему еще влила, а потом-то он уже знает, он настолько уже зубы стискивает. Нет, ну не случайно же у нас две ампулки нашлось. Ну не случайно же. Тунис. И бабушка там купила лекарства. Все, пошла опять воевать. Сейчас. Еще, а то маловато я ему уколола кальфатона на его массу-то. Там 10 миллилитров идет на 50 килограмм. А я ему 10 вела, ну, в нем же не 50 килограмм. Ой. Бутылку сейчас еще ему залила. Живот просто огромный. Вообще... Видите? Массаж еще сделала. Слышите, там звук в животе, как в трубе, вот как в трубу дуешь, а такой трубный звук. Слышите? Я уже так устала, я уже много-много раз делала его массаж, вливаю воду с содой. Мне кажется, ему хуже становится, только живот настолько расперло. Мне кажется, ему уже и воздуха не хватает. Иду домой. Ну, я уже ничего не сделаю. Ждать до вечера. Еще несколько часов. Я уже сказала, это прям в такой ситуации, это просто, ну, приговор. Я сейчас посижу дома еще. Там сейчас пора всем детям есть. Сейчас АСД, конечно. АСД наведу, приду ему еще волью и пойду домой. Стоять возле него охать я не буду. Ну, потому что я ничего уже не сделаю. Просто так вот. Своими добрыми пожеланиями. Сейчас вам дам сено. Сейчас, подождите. Сейчас эти остатки вылью козам в поилку. Здесь немножко поноса у них не будет, а вот сода. Сода должна у коз стоять на выгуле. А так же, как соль. В одной этой кормушечке соль, в другой сода. Что предотвращает животных от вздутия. Сода, я там забыла, я, как все это подробно описывается. В общем, сода оказывает такое действие на желудок коз, что у них вздутие просто не происходит. Вот тоже есть, оказывается, не соображать, что надо есть в кормушке. Видите? Вот тупят, тот конец свободный там край. Ну, есть такие тупенькие, ничего не буду я с ними делать, не упрашивать. Видите?
голова не пролазит, но надо же здесь обязательно. Мозгов не хватает завернуть за угол, да? Не знаю, конечно, что будет вечером. Ну нет, если суждено сдохнуть, он сегодня не сдохнет, он сдохнет завтра. Вот. Дело в том, что это слишком много времени, это просто катастрофа для такого случая. И эти лекарства уже могут быть не нужны. Они уже будут бесполезны, даже если я естественно, ему вечером вколю, но вечером это уже, ну, потеряно время, потеряно. Мне сейчас нужно делать сыр, понимаете? У меня там молока насобиралось, иначе оно прокиснет. Ну, все, я навела СД-фракцию. Взяла борглюконат, потому что еще и борглюконат нужен. Иду. Сейчас ему опять все волью, сделаю еще укол. Борглюконат 20 мл. Подкожно. И, наверное, потом в конце видео, ну, не знаю, чем все это закончится, не знаю, но не в нашу пользу все это. Я вам выложу все-таки это лечение. Лечение грамотное. Просто... Ну, так и стоишь. Да, живот огромный. Ты так и у нас не принесло тебя, да? Давай сначала борглюконат сделаю. Так, борглюконат. Нужно 20 мл. Но колем. Шприц у меня на 5 мл, потому что нельзя 20 мл вколоть в одно место. Борглюконата нельзя. По 5 мл подкожно, но в разные места. То есть сейчас я буду 4 раза набирать и колоть. Сейчас опять сделаю, волью фракцию, помассажирую. Помассажирую, и я его сейчас выведу на улицу, потаскаю, погоняю туда-сюда. Потому что обязательно нужно движение. Ну, это не больно, стой уже на одном месте. Давай назад, назад заезжаем. Назад. Вот так подпираем ногой. Кто боится, там с животным не справится, можете взять его и нужно. Не можете, а нужно взять его и привязать. За ошейник к чему-то привязать. Я как-то справляюсь так, ведь ну, не видно. Ногой я подпираю его под грудь. И твердыми, но уверенными такими движениями делаем уколы. Сделаю 25. Не повредит. Смотря по ситуации, можно и козе. Ну, дерется, это хорошо. В колоте 40 миллилитров. Здесь не будет лишним. Ну, что ты бегаешь? Ты думаешь, я тебя не догоню? Иди становись, давай, на место. Бока огромные, просто огромные. Где бутылка? А? Я что, не забирала домой? Нет. Это АСД. АСД уж совсем не надейтесь, они пить это не будут. Добровольно вообще никак. Потому что ужасно вонючая штука. АСД вторая. Вторая фракция. На, будешь, ты все лезешь его облизывать, а? Давай. Ой, Тунис, ты не поймешь, что я сегодня к тебе прицепилась. Да, стой. Голову наверх. Наверх, давай, давай. Стой. Наверх. Ну нет, 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 нет. Ой.
конечно, половина на штаны, половина на меня. Сейчас еще одну бутылочку волью и потащу его на улицу. Тунис, ты меня сегодня не поймешь, да, что я к тебе прицепилась. Убежал. Ничего не поделаешь. Ну, надо лечиться. Ты думаешь, ты сбежишь от меня? А, Денис. Ну, ты думаешь, ты убежишь. Иди сюда. О, вот сейчас прям вся мокрища. Вот сейчас прям бутылочка зашла. Хорошо. Ой, пойдем на улицу. У него живот скоро треснет. Я вливаю, из него ничего не выходит. Давай, выходи, пойдем на улицу сходим. Давай. Иди. Все, я тебя не трогаю. Иди. Смотрите, видите? Нет, а куда ты? Куда ты к ребятам? И смотрите, несмотря на это, он такой бодрый, да? Ну давай, хоть по сараю, мне все равно. Давай. Видите? Пошли, давай, на улицу. Пошли. Давай. Вот так. Видите? Весь масштаб. Ноги мокрые. Мимо как лила. Штаны аж все промокло. Так он собирается. Смотрите. Смотрите. Я извиняюсь за такие моменты. Вы видите, что у нас началось? Вы видите? Божечки. А? Ну давай. В другой бы раз я бы, конечно, отвела камеру. Но сколько я ему влила, это, конечно, прям совсем мало. Нужно, чтобы из него вылилось все. Писаем. Это уже здорово. Это значит, что у него хоть внутренние органы работают. Давай еще пройдемся. Слышите? Вот здесь желудок. Ну не бью я тебя, Тунис, не бью. Вот давай, и ходи от меня, убегай, давай. Давай, походишь? Ты уже не знаешь куда. Куда, да, тут? Давай. Втопил от меня. Массаж ему сейчас сделала. Ну давай, побегаем. Что? Куда тебя понесло? Да не трогаю я тебя, иди. Ну все, пойдем до сарая, я пойду сыр делать. Мне кажется, немножко поменьше, да? Уже просто как будто бы большой живот, но вот такого распирания барабана нет, да? Ну и пошли, дай. Только что говорила, что нет, ну они просто у него сейчас большие, но не такие, так как будто там эти мячики, да? Ты в сарай? Заходи. Ну что, хочу сказать, ему как-то получше стало. А то он стоял уже, так, знаете, как будто воздух хватал. Мне кажется, получше, Тунис, дай. Ай? Ну, то, что хуже, то, что он ходит и бегает, это, естественно, огромный плюс. Значит, банку забираю, пойду. Сейчас, ну, все, молоко там поставлю в кастрюлю, фермент внесу. И пока будет фермент, делать там 40, 50, 60 минут, час могу. Потом, короче, приду и опять тебя погоняю. Что ты наелся? Все козы как козы, а? Стоит, дрожит. Теперь его колотит. Все, пробежался, вроде ожил, а сейчас опять весь скукожился, он стоит, трясется. Жвачки у него нет.